В эфире радиостанция «Сон». Пожалуй, единственная радиостанция, на которой ведущие заинтересованы в том, чтобы вы заснули. У микрофона бессменный ведущий радиостанции «Сон» Дмитрий Домбровский. Я надеюсь, что вы уже лежите в своей постели, вы укрылись теплым одеялом, вы расслаблены, вам тепло и спокойно. А наша задача сегодня – сделать так, чтобы вы просто заснули. Я сейчас у микрофона. У меня в руках маракасы. Я отбивал не для вас. Сейчас я слышу ритмичные звуки. Я вхожу в особое состояние. Я открываю канал связи с вашим подсознанием. Теперь мой голос обращается к вашему подсознанию. Теперь мы на одной волне. Хорошо слушать звук волн, звуки моря, лежать вот так и слушать. Сейчас я представил себя сидящим на берегу голубого моря. Я сижу на берегу и думаю, странно, как странно. Мне приходится каждый день слышать один и тот же звук будильника рано утром. Каждый день я встаю, слышу со своего 13-го этажа звуки города, машины, сирены, вертолеты, самолеты, гул, который издает толпа. Я одеваюсь, медленно чищу зубы. Завтра
завтракаю, а это не просто завтрак. Это крошки из какого-то пакета, которые заливаются молоком, запиваются растворимым кофе. Все это делается бездумно, потому что каждый день я понимаю, что надо что-то сделать, чтобы завтра и послезавтра и через 10 лет я никогда не бываю на своем месте. Я ем бездумно, потому что я все время озабочен этим завтра. Я озабочен этим завтра. И я завтракаю бездумно. Потом я выхожу из дома, захлопывается дверь. Я слышу звук лифта. Звук лифта. Двери раскрываются. Я слышу скрежет. И мы ахаем вниз. Вот улица. Я сажусь в машину. Я еду. Дорога одна и та же. Каждый день одни и те же ворота, один и тот же вход, одни и те же люди. Я присаживаюсь, делаю одну и ту же работу. Много лет я смотрю в один и тот же экран. Меняются названия мониторов. Но экран один и тот же. И каждый день я смотрю телевизор по вечерам. И там одно и то же. Каждый день я пытаюсь улучшить свое завтра. Улучшить свое послезавтра. Свои через 3 года, через 5, через 10 лет, когда я буду. Я пытаюсь это делать каждый день. И поэтому я каждый день не думаю ни о чем, кроме своего завтра. И каждый день проходит, и они накапливаются, и они превращаются в недели, в месяцы, в годы. Через много лет я все так же живу для своего завтра. Для своего через 3, через 10. Но силы уже не те, и запал уже не тот. И дальше в экран я смотрю и вижу какую-то бездну. Экран не менялся, менялись мониторы. Десятилетиями менялись мониторы. А я смотрел в бездну, и оттуда, откуда-то, из глубины этой бездны, маленькая белая точка увеличивается в размерах, медленно из призрака, из облака, из какой-то неясной конструкции превращается в очертание какого-то скелетика, окутанного черной вуалью, и какая-то смешная коса в руках и улыбающееся лицо во весь экран. Я пришла за тобой. А вы говорите, что да как же так? Мониторы менялись, менялись, менялись. Я всегда смотрел в них и видел бездну. Нет, дорогой, теперь ты видишь меня. Экран погас. Звезда упала, оставив за собой какой-то неясный след, и вроде бы люди, стоящие на земле, угадали какое-то имя. А может быть, им показалось, что они увидели это имя. Звезда погасла, и никто из стоящих людей даже не успел загадать желание.
Они тоже придут и лягут спать, укроются одеялом и тоже будут думать о завтра. Но никакого завтра нет. Вы есть только вы сейчас. Только засыпайте.